13 человек стали слушателями новой программы профессиональной переподготовки. Программу «Мастер спортивного управления» разработали по заказу Олимпийского комитета России для спортсменов, действующих и завершающих карьеру, тех, кто ориентирован на дальнейшую работу в сфере физкультуры и спорта. На 13 дипломированных специалистов у нас стало больше. У нас увеличилась, если позволите сказать, скамейка запасных, тех, на кого мы можем положиться, посмотреть на этих специалистов в рамках реализации будущих наших программ. Дипломы выпускники получили из рук главы УКР Станислава Позднякова и глав национальных олимпийских комитетов других стран. РМО уже сотрудничает с олимпийскими комитетами Армении, Бразилии, Польши, Украины и Казахстана. Чехия стала 6-м государством, с которым сегодня подписанным соглашением было официально закреплено сотрудничество. У нас прямые партнерские отношения со многими международными федерациями. Федерация хоккея, Федерация бобслея и скелетона, тенниса, кёрлинга и другими. Я могу назвать 8-10 университетов, с которыми у нас прямые партнерские отношения. Наши студенты ездят в эти университеты на практике, а мы принимаем у себя. Также сегодня ректор РМОУ подписал соглашение со стадионом ФИШТ. Оно стало формальным закреплением сложившихся партнерских отношений. ФИШТ уже давно стал площадкой для практических занятий студентов Олимпийского университета.